Мужики, всем здорово, с вами Михалыч, у нас сегодня весенний стрит. Блин, столько поломок, вы просто удивитесь. Уж ты, неужели 21 год весь такой будет, я честно как не знаю. Ну, портфель я уже приготовил. Осталось только найти какую-нибудь покрышку Максвеллу на балконе. Сейчас объясню, что произошло. У меня, конечно, тут бардак ужасный. Вот хотя бы надо что-то такое вот найти. У Максвелла, в общем, взорвалась, прям в подъезде взорвалась покрышка. И все. И, короче, он уехал на моем МТБ гонять. Вот такие вот у нас дела, а? Разрыв карда произошел. Сейчас я найду ему покрышку, и мы встретимся на новом споте, который растаял. У нас тут построили новую школу, она там что-то 137 называется вроде как. Туда поедем, будем там кататься, там практически все, сука. О! А вот, кстати говоря, та покрышка, которая потом пойдет Максвеллу. Ля какая. Надо будет ее в портфель сложить. Я ее запихал, и портфель стал прям как будто из Майнкрафта. Максвеллский микрофон. Ему такую штуку надо, а то он вообще через веб-камеру общается. Так, почему вообще микрофон? Откуда этот микрофон? Поздравьте меня, у меня новые обновы. Ля какое чудо. Это, короче, микрофон новый, понял? Он вот эта система Михайловского штатива просто зашкаливает. Он от звуков банки защищен, понял, туда-сюда ходит, и все прекрасно. Там это шумоизоляция, чтоб на провод ничего не передавал. Все по-пожилому сделано. Поп-фильтр в виде носка. Нормально. Тут берешь, короче, такой тумблер. Все готово. И можно разговаривать сколько влезет. Вот такой вот микрофончик. Мне сказали, что высший класс. Вот я такой, да, надо прикупить. Осталось только эту виселицу. Виселицу. Вот отсюда она торчала, и на ней микрофон висел. Тогда будет вообще шикарно. Но пока что банка. Нормально, мы не такое придумывали. Я сначала из этой хотел сделать, но она переворачивается. У меня первая версия не получилась. Вот эта вторая, готовая уже. В моем же случае у меня нету цепи. То есть я без цепи катаюсь уже что-то в районе полторы недели. И никак не могу ее найти на балконе, ее просто тут нету. Я вот этот весь хлам буду в скором времени прибирать, но на данный момент я тут не могу найти ничего вообще. В том ящике есть цепь, но она бракованная. Это самая настоящая фальшивка, которая не дотягивается. А собирать из других кусков, по моему опыту, это самое настоящее царство. Когда ты ее собрал из нескольких кусков, она просто ужасно ложится на звездочку. Плюс к этому всему, оно еще и... У нее есть такое свойство, то что оно после звездочки может вот так загнуться, и оно не распрямляется. Из-за этого цепь в одном моменте натянута, в другом не натянута. И сколько угодно ты смазывай, оно все равно будет вот так. Тяжело объяснить, но постарайтесь меня понять. Если бы как-то здесь что-то можно было собрать, уже бы давно собрал и катался. Чё, Фройс, как там обстановка? Накал происходит. Чешу. Но, ля какая. На улице, по идее, можно вообще в шортах гонять, но так как у меня шорты дырявые, я в шортах гонять не буду. Буду в штанах. Штаны пока что еще целые. Но это, кстати говоря, новые штаны. Но старые там еще та дырень была. Я помню видос. У меня сидушка тогда полностью уничтожилась, и там я катался на этих штанах. И эта сидушка мне очень-очень сильно порвала штаны. И я катался хоть бы что, но тут это... Там-то шорты были под штанами, а сейчас у меня сами шорты порвались. О, и этот шалопай здесь сразу. Последняя осталась, как будто меня и ждала, прикинь. Все, что? Все, больше нету, да. О, и эта сидушка поспособствовала появлению дыр в моем колечке. Ей, по-моему, уже ничего не поможет. Мы вот взяли вот эту штуку снизу вот сюда, поставили, вроде нормально. Жопа не соскальзывает. Фиксация происходит мгновенно. Садишься, очко рвет только так.
Ля, какой едет, ля, Максим. Еще не везде растаял снег. У нас сугробы, очень большие сугробы. Мы проверяли на гаражах, там вообще чуть ли не по пояс. Ну, в общем-то, подъехали к той самой школе. Сейчас вот весна, все начали выезжать. Мы пока ехали, троих самокаторов встретили, потом еще троих, потом двух. И вот сейчас, мне кажется, там будет очень много народу. Замочная скважина. Ну и че? Приколы и приколюхи. Ладно, другой какой-нибудь вход. О, мэн! Ну-ка. Ле, какие, вон они стоят. Ле. Самокаторы на месте. Держи, Максон. Как-нибудь его... Давай. О, все. Чисто нелегальные покатушки через забор. Мы еще тут были вчера. Мужик с вон того вот входа выходит такой: вы че глухие? Мы думали, сейчас нам царство придет. А он просто сказал, типа, я закрываюсь, выходите отсюда. Я такой, ну ладно, типа, не вопрос. Пацаны здесь катаются. Вроде говорят, не прогоняют. Пацаны, а вы здесь сколько вообще катаетесь? Наверное, около часа. Нет, я не про то, а по, это, по дням. Не знаю, недельку может. Не выгоняют вообще? Нет. Ну, там нас выгоняли, у нас там пацаны сидели, парили, а так нет. Понял. Так как самокаторы обнаружили это место раньше нас, они нам и показали. Я уже говорил в видосе, что это они нам места показывают, а не мы им. Итак, господа, мы приехали на новый спот. Излюбленное место самокаторов. Именно они нам открывают споты. У них посмотришь в инстаграмах, потом такой, где это находится? Здесь вот такой вот кусочек отпал. Все. Вроде как мы сделали, но он все равно отпадет. Нас уже уведомили, мы уже знаем, что на крыльце кататься нельзя. Поэтому на крыльце кататься нельзя. И будем придумывать что-то здесь. Сзади меня очень классная штучка. Бордюрчик или как его? Островок. Вот мы на нем трюки делать и будем какие-нибудь. Так как у меня нету цепи, будем делать те трюки, которые очень круто получаются без нее. Такие как Ванетти Мэнл Фейки. Не знаю, как это правильно. А, Ванетти Бэкворд. Что-то день сегодня, да. А прогнозы были совершенно другие. Посмотрел на Яндексе, там прогноз сказали, что хороший, на деле какое-то говно. Какое говно просто. Как мужики в качалке. Как когда, эх, тогда прям это, силушка богатырская просыпается. Прям это, как в КамАЗе, знаешь, и все, и пошел. Я знаю только михайловские фишки. Это чикен на Мэнл, на чикен на бар по вот этой штуке. Ну, посмотрим, успею я или нет. Решил съездить за эту школу, но да, тут ничего нету. Тут кроме пиздюлей искать нечего, пацаны. Валим отсюда. Если кто-то думает, то, что на улице тепло, но я в кофте, на улице 0 градусов, а я это, чисто обычный сибиряк, реально. Ну чё, Максул, как вам такое предложение поехать на ленту? Поехали. Рвём когтюши. Чё, дружище, как тебе трюки? Он сказал, подписчиком, наверное, стал. Ага. Подписчиком станешь? Ага. А ты запомнил, как канал называется? Я его тысячу раз уже сказал. Михаил, да, Михаил. Михаил. Да. Мне тоже скоро свой канал появится. У него, пацан, тоже скоро свой канал появится. Максон, вы подпишитесь на скоро у него канал появится.
Нет, если он назовет так же, как твой Михаил, я не найду. Нам в другую сторону, там же закрыто. Саш, ёлки-палки, нам через забор лезть. Ля какой! Ох, а на ленте тем временем красота. Можно лужи перепрыгивать, смотри. Начало уже вон там все таять. Пацаны тут вчера катались, говорят, все в разы хуже было. Это ну такое себе на самом деле. Типа, единственное, что тут можно делать, это лужи перепрыгивать, на этом все. Максул, у меня в портфеле ваша резина и микрофон. Вы когда забирать будете? Резина, что за резина? Резина, ну, посмотрите, распаковочка будет происходить. А, ну, это ж моя резина. Ну да, ваша старенькая. Это что, пригодится, нет, нормально? Должна пригодиться. Ну, надо будет проконструировать ваш аппарат, чтобы ездил. А ты что, это забирай? А что, я прямо сейчас забирать тебе шлю. Ну, забирай прямо сейчас, если хочешь. У тебя есть куда положить? Конечно, есть, мне некуда. Ну, не забирай тогда куда-то, что ты там расстегиваешь? Микрофон в жопу можешь засунуть, остальное не расстегивай, не забирай. Да. Пока что единственное, что высохло, это на ленте часть парковки, где меньше всего водятлов, то есть край. И на этом крае сейчас будут происходить нереальные выкрутасы, реально нереальные. Именно здесь я провожу 90% своего времени. Это как в фильмах, знаешь, на банановой кожуре чуть не подскользнулся, вот говно. Я думал, лежит, я не задену, ну как я могу ее задеть? Прям жопой на нее. Пацаны, к сожалению, на этом все. У нас два телефона разрядилось. И, короче, мы не можем просто доснять видос, снимаем. Спросили уже у третьего человека телефон. Поэтому на данный... О, тем более, вон там Сашка подъехал. Смотри, какой. Короче, все, наше место занято. Водятлы атакуют, нападают. Мы поехали домой. Скоро уже выйдет новый видос. Мы будем стараться делать один видос два дня. Мы так уже ползимы стараемся. Все, мужики, всем удачи и пока.